Всем нравятся старые классические Мерседесы. Такие Мерседесы, как, например, 124-й. Легендарный автомобиль дизайнера Бруно Сакко. Но все наверняка помнят, что был перед ним еще не менее легендарный автомобиль. Мерседес 123-й. Кстати, его тоже нарисовал тот же самый дизайнер Бруно Сакко. Когда Бруно еще молодой тогда пришел работать в дизайнерскую студию Мерседеса, там дизайнером работал Поль Брак. Гениальный французский дизайнер, который нарисовал предыдущий автомобиль среднего размера для Мерседеса. Он же Мерседес W114 или 115. Еще тот самый дизайнер Поль Брак нарисовал Мерседес Пагода SL с немножко вогнутой крышей. Фотографию сейчас вы его обязательно увидите. Сейчас тот же самый дизайнер, уже в возрасте 80 лет, тот самый Поль Брак сейчас является главой конкурса Pebble Beach, конкурс автомобильной красоты. Вы все его знаете, и он еще называется конкурс де элеганса, как-то там по-итальянски. В общем, представляете, какие люди творили тогда для Мерседеса. Но вернемся к творению Бруно Сакко. Он нарисовал этот бессмертный дизайн. Автомобиль получился самым популярным за всю историю Мерседеса. Его было выпущено более чем 2,7 миллиона экземпляров. 124-й практически приблизился к этой цифре. Он, можно сказать, на втором месте по продажам, но все-таки немножко уступил 123-му. На 123-м впервые появились многие интересные элементы, которых раньше не было у Мерседеса. Многие считают, что впервые появились складывающиеся зеркала. Но это не так. На самом деле складывающиеся зеркала впервые появились на предыдущем кузове, 115-м. Такой найти сейчас для съемок вообще нереально. Это классический автомобиль, цены на которые сейчас в Германии стартуют от 5000 евро за более-менее живой экземпляр. А уж ухоженные экземпляры могут доходить и до 50 тысяч евро. 123-й в хорошем состоянии сейчас тоже стоит около 10 тысяч евро. Ну да хватит о ценах. Поговорим о том, чем 123-й лучше 124-го, а ведь кое-чем он был получше. О надежности этих автомобилей ходят легенды. Одна из них гласит, что таксисты устроили в Берлине забастовку по поводу снятия с производства этого самого 123-го, и им не понравился 124-й. Они решили, что тут слишком много пластмассы, и он уже не будет таким надежным и бессмертным, как их любимый 123-й, который, кстати, еще до сих пор ездят в Африке. Посмотрите Топ Гир, там в одной из передач Джеймс Мэй проехал всю африканскую пустыню на этом автомобиле, и ничего у него в нем не сломалось, хотя Джереми Кларксон и Ричард Хаммонд очень старались этот автомобиль сломать, потому что у них были не такие надежные автомобили. Все, без исключения, двигатели на 123-м Мерседесе – это миллионник, моторы, которые без проблем проезжают миллион километров. А это все благодаря исключительной надежности и простоте конструкции. Хотя простота весьма относительна, ведь это впервые на этом кузове появились дизели с турбонаддувом. Впервые для Мерседеса. Также на автомобиле в кузове W123 впервые, ну, в общем-то, в одном из первых в индустрии появился впрыск топлива. Моторы 2.3, 2.8, рядные шестерки в топовых версиях. До рестайлинга, кстати, только на этих версиях шли вот такие блок-фары. А на версиях попроще у нас, кстати, 2.4 дизель на механике. На 75 лошадиных сил, на 72 лошадиных сил, а до рестайлинга вообще 65 было, были фары с четырьмя кругляшами. Причем кругляш это была только противотуманная фара, а кругляш ближе к поворотнику отвечал за ближний и дальний свет. Много хрома, и обратите внимание, это не современный китайский хром из пластика, лишь с наклеечкой покрашенной, как будто это хром. Машина 80-го года, на сегодняшний день ей почти 39 лет, скоро 40. Хром целый. Кое-где местами он, конечно, уже ржавеет, но в принципе, в основном, полирнуть и будет как новый. Вот это надежность. Итак, моторы, те самые миллионники. В нашем случае фуркамерный дизель, а атмосферный. 65 лошадей до рестайлинга, с 80-го года было 72. Машина 70-го. В общем-то, неубиваемый двигатель. Расход топлива по городу что-то около 8-9 литров, смотря как ездить, по трассе около 7. Были версии с 5-цилиндровым двигателем 3-литровым. Это же, кстати, был первый турбодизель от Мерседеса. 3-литровый турбодизель в основном устанавливался на универсал, а 123-й это первый Мерседес, который появился в кузове универсал.
Многие сначала сомневались, а нужно ли выпускать универсал, ведь это премиумный автомобиль, так сказать, люксовый автомобиль. И тогда было не принято ездить на таких автомобилях и универсалах. Однако рынок принял очень тепло универсалы, их было принято, продано почти 300 тысяч, то есть более 10% от общего объема гигантского продаж. Кстати, трансмиссии здесь были в основном четырехступенчатая механика, за доплату могла быть пятиступенчатая механика. Автомат до 80-го года имел 3 ступени, после 80-го 4. В общем, как обычно, у Мерседеса колоссальный выбор двигателей, коробок передач, трансмиссий. Было, по-моему, 5 вариантов разных редукторов заднего моста. Ну, просто несметное количество. Кстати, по поводу подвески. Спереди это два рычага, новая конструкция, а задняя подвеска на диагональных рычагах, в принципе, взята без изменения от 114-го кузова. Но переднюю подвеску они изменили. Это дало совсем другие ощущения от езды. Ее дополнили стабилизатором поперечной устойчивости. Впервые для Мерседеса. И это дало невероятный уровень управляемости. Об этом вам, кстати, классно рассказали ребята из команды Авторевью. Они тестировали 123 в прекрасном состоянии и сказали, что таких Мерседесов Мерседес не делает даже сейчас. Этот действительно управляется великолепно. Сам капот открывается на больший угол, чем у 124-го. Обратите внимание. Здесь удобнее. Конечно, и в этой, и в том автомобиле можно поднять его прямо на 90 градусов. Ну, это, так сказать, сервисный режим. А если просто нужно заглянуть, а вы будете просто заглядывать. В общем-то, делать тут особенно нечего. Мотор неубиваемый, практически бессмертный. То удобнее в этом автомобиле. Посадка 123-й Mercedes. Обратите внимание, ручки уже тогда, а этот Mercedes появился в 76-м году. Точнее так, прототип был показан на автосалоне еще в 75-м, но первые экземпляры добрались до шоурумов только в 76-м. Уже тогда были ручки под естественный хват. По низу двойной контур уплотнителя дверей, что дает нам чистые пороги. Представляете, в большинстве современных автомобилей такого нету до сих пор. А почему? Неужели это сложно сделать? Почему в новом А-классе за более чем 30 тысяч евро этого нету? А в 123-м еще в 75-м году уже было. Вторая резинка по низу. Порог с надписью «Мерседес», можно садиться. Салон 123-го «Мерседеса». Руль никак абсолютно не регулировался по высоте, хотя за доплату могла быть регулировка рулевой колонки по вылету. Белла Барани, интереснейший человек в истории. Кстати, один из 28 инженеров, которые входят в золотой фонд инженеров 20 века. Представляете, насколько значимы были его конструкции, которые он придумал? А придумал он сминаемые зоны безопасности. Впервые они появились на 115-м кузове предшественника этого Мерседеса, однако в этом впервые был спроектирован усиленный пол и более как бы запрограммированные зоны сминания спереди и сзади. Для этого даже перенесли бензобак из подполья в багажнике, как это было в 115-м, над задней осью, за спинками заднего сиденья, чтобы при аварии на езде сзади багажник остался целым. Все это придумал Белла Барани. Кстати, до 80-го года задних ремней безопасности здесь не было. Они, точнее, могли предлагаться лишь за доплату.
уже тогда был двухзонный климат-контроль, отдельная регулировка левой и правой части салона. Это все здесь из этих двух дул всегда только холодный воздух, но в ноги пассажира и в то сопло правое шел отдельный воздух, тот, который ты задавал температуру здесь. Четырехступенчатая механика, руль очень большой, никак не регулируется. Здесь, как правило, как обычно, один тот самый подрулевой рычажок, ручник, стояночный тормоз, открывание капота, рычажок. Ручка могла быть длинная. В козырьках тогда еще не было зеркал. Интересно, а если в пассажирском? А в пассажирском, кстати, уже было. Вот так вот. Ремни безопасности еще тогда не регулировались. Это все-таки придумали попозже. Но в остальном раздельный салон. Смотрите, это впервые в автомобилестроении, скажем так, был салон разделен на зоны. Блок климат-контроля вот здесь. Бардачок, вентиляция, скомпонованные шкалы приборов. Кстати, обратите внимание, тахометра на них нету. Тахометр шел за доплату. Но, в принципе, он и не нужен, потому как на спидометре есть рисочки, отмечены, где кончаются предельные обороты двигателя на каждой из передач. Для каждой из передач. Первая заканчивается почти на 40, вторая на 60, третья на 100. В общем-то, вам и не нужен тахометр. Вы и так видите, где переключать передачу. Хотя, в принципе, этот мотор тихим не назвать, он и так вам по шуму подскажет, когда это нужно сделать. Стандартные сиденья были, конечно, очень неудобные, пружинные, практически аморфные, поэтому владелец уже заменил их на вот такие прекрасные кресла 210-го кузова. Обратите внимание, в 124-м сидишь немножко удобней. Панель такая же маленькая, как в 123-м, но, в принципе, все фамильные решения взяты оттуда. Такая же блок... На том же месте блок климата, точно так же двухзонная климат-контроль, скажем так, здесь механический, ты можешь регулировать температуру для левого и правой стороны. Точно так же не регулируется руль, только в задоплату регулировался по вылету. На этом же месте блок света, блок вентиляции, примерно так же скомпонован щиток приборов. Все, в принципе, сделано очень похоже. 124-й, можно сказать, это такая сильно модернизированная версия 123-го. Вообще не понимаю, почему бастовали таксисты. Неужели есть какие-то мысли по поводу того, что эта машина будет сильно хуже и ненадежнее, чем 123-й? Не знаю. А что вы скажете по этому поводу? Посадка на задние места. Кстати, в 123-м места больше, чем в 124-м. Тут опять же двойной контур уплотнителей. Резиночки еще были тоненькие тогда. Ну, это 70-е годы, о чем мы говорим. Порог маленький и тоже прикрыт резинкой снизу второй. Обратите внимание, тут видно... Двойной уплотнитель по низу. Диван, конечно, уже просиженный, ему много лет, но в целом, да, диван тут чуть ниже, чем в 124-м, и сам диван в 124-м удобней. Но, возможно, это просто причина в том, что этот диван уже старенький и просиженный. Если восстановить пружины или поставить как бы отреставрированный диван, то сидеть будет тоже вполне комфортно. Запас пространства, обратите внимание, и это стоит кресло от 210-го, оно толще, чем было от 123-го на других салазках. Место вагон. Также есть подлокотник, все здесь прекрасно, сидеть удобно. Ручки, крючочки, пепельницы, больше ничего не было. В те годы, понимаете, это было все не обязательно. Главное было пространство для ног задних пассажиров. А ведь еще была версия Long, в которой было аж 6 дверей и дополнительные кресла стропантенны, они назывались. Не путать со стропоном, это совсем другое. Стропантенны, кресла для вторых пассажиров. В общем, эти автомобили тоже были выпущены довольно немаленьким тиражом и пользовались большой популярностью. Багажник, если верить Википедии, тут аж 500 литров. Примерно столько же, кстати, и в 124-м Мерседесе. Но погрузочная высота здесь больше, проем меньше. Я бы не сказал, что в них есть какая-то принципиальная разница. В подполье тоже точно так же лежит здесь запаска. Все удобно. Но, как по мне, в 124-м багажник все-таки немножко удобнее, потому что в нем хотя бы можно сделать вот так. Там выше, и этого уже не сделаешь. Интересная вещь. А вы как используете свой багажник? В 124-м, обратите внимание, сижу я выше. Запас места примерно такой же.
Тоже есть подлокотник, все удобно, ручки, все примерно так же, но слегка доработано. Ну, естественно, эта машина вышла аж на 10 лет позже, после 123-го. Здесь уже есть регулировка ремней по высоте передних, и в базе уже были ремни безопасности для задних пассажиров. Также есть тут пепельница. В принципе, конструкция и архитектура заднего ряда очень похожа, но места немножко меньше, чем в 123-м. Хотя материалы примерно такие же. Тоже сзади пластик умеренно мягкий, спереди чуть мягче, там вообще все мягкое, там, в принципе, даже такая обивка немножко виниловая, знаете, поверх пластика натягивали виниловую обшивку. Ручка могла быть длинная, могла быть короткая, здесь только длинная. Интересно, каков 123 в ходу, а то все о салоне, да, о салоне, скукотища. В ходу 123 с мотором 2.4 дизель на механике. Да, немножко шумный, но, ребята, машинке 38 лет. Что, чего от нее ожидать, в принципе? Главное, что греется она очень быстро, на удивление. Она очень высокая, у нее хорошая проходимость. Подвеска неубиваемая. Машина довольно большая. Мы вот сейчас пропустим встречную. Смотрите. Когда 2.4 дизель прогревается, ну он, в принципе, начинает довольно-таки неплохо работать. Конечно, да, найти 124 в хорошем состоянии сложно. И да, задний привод, машина буксует, не хочет выезжать. Ну, а что поделаешь? Мы поймали колею. Да, да, конечно же, 123. Но в целом машина едет. И это главное. Несмотря на то, что ей почти 40 лет, и за ней все эти годы не сказать, чтобы кто-то сильно ухаживал. Так по чуть-чуть, лишь бы она ехала. И это, в принципе, лейтмотив этих автомобилей. Они выносливые, они выдерживают любое отношение к себе. В Африке эти автомобили ездят до сих пор. Именно потому, что они очень выносливые. Их там любят именно за это. Потому как в Африке особенно запчастей, в принципе, не сыскать. Уже не говоря про то, что... на эту машину конкретно, хотя в Африке этих автомобилей много. Ну, что сказать. В ходу, конечно, наш экземпляр не очень, и так, чтобы оценить по-настоящему, что такое 123-й, нужен экземпляр совсем другой, на другой дороге. Но, что можно сказать, по проселочной дороге мягко стелет. Мерседес действительно мягко стелет до сих пор. Несмотря на то, что этому экземпляру очень много лет, он не в очень хорошем состоянии. Он очень неплохо едет. И мы даже можем себе позволить легкий дрифт. Мотор тянет с любой передачи. Вообще ему без разницы, какие там передачи. И ведь это всего лишь 2.4. Мог быть поменьше 2 литра, мог быть 3 литра, а мог быть 3 литра с турбиной. Вот тот тянул действительно неплохо. У того максималка была почти 200. Этот экземпляр разгоняется 0-100 20 секунд. Ну, в смысле разгонялся, когда был в идеальном состоянии. И максималка у него была немножко за 140. Ну, то есть, даже Жигули вас будут объезжать, если вы вдруг купите себе 123-й. Но вот такого имперского комфорта и чувства настоящего Мерседеса ни одни Жигули вам не подарят. Даже Волга не подарит. А вот этот автомобиль действительно настоящий Мерседес. В общем, что сказать. Цените классику. Эти автомобили на сегодняшний день трудно воспринимать как машину на повседнев. Это скорее такая тачка для души, для выезда по выходным. Приводить ее в порядок, выезжать на тусовки тематические с друзьями. Ведь сегодня это настоящий янгтаймер. Автомобиль для ценителей, автомобиль для тусовок. И если вы такой себе купите и приведете в хорошее состояние, На этом автомобиле вы сможете появиться на любой автомобильной тусовке. Неважно, это будут японские тюнеры, лоурайдеры или ценители американских пикапов, эту тачку оценят везде. Потому что это настоящая классическая машина. И она ценится многими.
На той же самой дороге, но на 124-м Мерседесе, что бы там кто ни говорил, а ехать не менее приятно, чем на 123-м. Пожалуй, уверенности немножко меньше, потому что машина ниже. Тот 123-й прям вообще танк. Если тут стоит резина 195, 65 на 15, то там стоит 175, 80 на 14. Машина сильно выше по подвеске. Там наверняка еще и проставки стоят. Но при этом состояние автомобиля, конечно, говорит о многом. 123-й вам принесет наверняка не меньше, а то и может больше удовольствия, чем 123-й, как классический автомобиль, естественно. Только если он будет в хорошем состоянии. Этот Mercedes 124 в хорошем состоянии, ехать на нем гораздо приятнее по плохой дороге. Хотя в теории должно быть наоборот. В общем, такие автомобили, как классические автомобили, просто прекрасно. Как автомобиль на каждый день, 124-й в хорошем состоянии еще подойдет, а 123-й, пожалуй, на сегодняшний день уже нет. Это исключительно машина выходного дня. Но как машина выходного дня, если она будет в хорошем состоянии, если вы ее будете любить, она подойдет вам просто потрясающе. С вами был я, Славка Болтик. Обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности. Соблюдайте правила дорожного движения, ведите себя вообще адекватно на дорогах, делайте так, чтобы вас видели все и вы, главное, видели всех. Никому не мешали, двигайтесь в потоке и все у вас будет хорошо. Я желаю вам всем огромной удачи, с наступающим вас Новым годом, удачи вам в Новом году, пусть Новый год у вас будет лучше, чем предыдущий, гораздо успешнее, веселее, а главное, приятнее в автомобильном смысле. Еще раз удачи вам и пока.